Еще один новый случай в практике люберецких врачей. В стационарное отделение номер 2 в тяжелом состоянии поступила пациентка после укуса гремучей змеи. Благодаря профессионализму медиков жизнь девушки была спасена. Подробности этой истории в следующем сюжете. Укусила меня моя домашняя змея. Гремучая змея Стефенси. Укус произошел достаточно банально и во время обычных манипуляций, когда... Во время осмотра змеи на клещей. То есть у змей бывает такое, что клещи. Я решила осмотреть, что-то поторопилась, видимо. Но даже с соблюдением техники безопасности рука соскочила. Ну, в общем, случайность. Просто случайность. Но просто случайность могла стоить девушке жизни. Елисавета Коковина поступила в больницу с массивным отеком и гематомой левой руки. Перед врачами стояла задача не допустить развития острой почечной и дыхательной недостаточности, тромбоза или других последствий. И с ней они справились на отлично. Пациентка была госпитализирована в отделении реанимации, и там начали лечение ее посиндромно. Пациентка была под наблюдением у нас круглосуточно. В течение 4 раз в течение суток были анализы, контролировалось это все, и терапия корректировалась у нас сразу после результатов данных клинических исследований. Немаловажную роль сыграло и то, что пациентка вовремя обратилась за помощью. Врачи напоминают, что укус любой змеи опасен и в некоторых случаях может повлечь за собой смерть. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.